Друзья мои, очередной горячий привет всем из Индии. В данный момент у вас есть уникальная возможность насладиться прекрасной архитектурой университета города Мадрас, либо города Ченнай. Это древнейшее красивое здание, построенное еще наверняка во время Британской империи, которому несколько сотен лет, судя по всему. Это здание университета. Вот это здание библиотеки, насколько я понимаю, ихние. Вот это местные женщины ходят, студентки. Ну, в общем, такая маленькая краткая справка. А вот это я. Меня зовут Олег Петров. Я профессиональный путешественник, который странствует по миру больше 16 месяцев. Практически бесплатно. И уже посетил 11 стран. Если вы не верите, вы можете загуглить эту картинку, что такое университет Мадраса, и увидеть примерно ту же самую архитектуру где-нибудь в интернете. Вот такие дела. Передаю горячий привет почти всем одноклассникам. Почти всех горячо, крепко целую, обнимаю и люблю. Рад всех вас видеть. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки и так далее. Всех вас помню, скучаю и обнимаю. Горячий вам индийский привет. Если вы хотите следить за моими передвижениями, пожалуйста, подписывайтесь на этот видеоканал. Это бесплатно. Hello. Простите, тут повышенное внимание ко мне. Поэтому я буду заканчивать. Пора знакомиться со студентками и налаживать личную жизнь. Всем пока, я пошел купаться. Увидимся.